Москве местная жительница подозревается в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери. 22 августа в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о смерти в республиканской больнице полуторалетней девочки от термического ожога. В отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 9 августа текущего года около 19 часов подозреваемая в бане, расположенной на территории частного домовладения, по неосторожности облила свою малолетнюю полуторагодовалую дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, верхних и нижних конечностей общей площадью 60%. Затем по 16 августа текущего года женщина не обращалась в медицинские учреждения и лечила дочь самостоятельно путем втирания в места ожога облепихового масла. В дальнейшем 16 августа 2017 года подозреваемая была госпитализирована с малолетней дочерью, находящейся в тяжелом состоянии, в республиканскую больницу, после чего 22 августа, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности.